31 декабря 2023 года я нашел объявление на Авито по продаже резины. Созвонились, списались, договорились отправить транспортной компании. Вот. После как выслали все мне документы накладные, я перевел деньги, после этого продавцы на связь не выходили. Решил купить мини-трактор. Нашел в интернете сайт silvertractor.ru. Составил заявку. Со мной связались, договорились. Оплатил товар, ни денег, ни товара не дождался. Нашла объявление на Авито, хотела купить телефон. Отправила деньги за телефон 51 500, после чего телефон не получила, и продавец перестал выходить на связь. 2 января на сайте Авито я приобрела билеты по карте Сбербанка на сумму 9 850 рублей. Билеты оказались поддельными. Брянская полиция предупреждает, за год жертвами телефонных и сетевых мошенников стали почти 1900 человек. Жители области пополнили счета злоумышленников свыше, чем на 659 миллионов рублей. Управление МВД России по Брянской области постоянно обращается к жителям региона с призывом соблюдать бдительность при телефонном общении с незнакомцами. Профессиональные злоумышленники, используя психологические приемы, в считанные минуты убеждают собеседника в необходимости осуществления того или иного поступка, который приводит к финансовым потерям. Не задумываясь о возможных последствиях своих действий, граждане послушно диктуют реквизиты банковских карт и счетов, коды для подключения мобильных приложений, переводят деньги за неоказанные услуги, а также товары или подарки, которые им только обещают доставить. С целью предупреждения фактов обмана граждан мошенниками сотрудники Управления МВД России по Брянской области регулярно предупреждают жителей региона об используемых мошенниками уловках и схемах. Однако активность телефонных и сетевых аферистов по-прежнему остается высокой. В 2023 году их жертвами стали почти 1900 человек, которые пополнили кошельки преступников более чем на 659 миллионов рублей. Не предпринимайте необдуманных действий, предварительно не убедившись в их безопасности. Обо всех подозрительных звонках следует незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02 с мобильного номера 102.